В этом году участниками форума тьюторов стали представители 25 медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России. 156 молодых наставников в течение 2 дней посещали лекции, мастер-классы и тренинги приглашенных экспертов, посвященные развитию студенческого тьюторского движения. Мы пригласили экспертов из Москвы, из Тольятти. Это профессионалы, которые с помощью своих тренингов позволят как раз-таки усовершенствовать и помочь ребятам улучшить свои знания, приумножить успехи в развитии проекта «Студенческое тьюторство». В этом году Оргкомитет Саратовского медуниверситета сделал упор на образовательную составляющую. Участники представили презентации проектов о направлениях работы и достижениях тьюторов в своих университетах. На торжественной церемонии открытия форума был представлен проект интерактивного рейтинга обучающихся. Это база данных, которая позволяет собрать достижения студентов по различным видам деятельности. В этой системе учитывается не только внеучебная деятельность, а создана специальная формула, которая позволяет учитывать и компилировать в себе и учебную деятельность, и воспитательную деятельность по специально разработанным критериям. Итоги форума подвели на торжественной церемонии. Авторы самых интересных студенческих проектов получили награды и призы. А завершающим этапом стало принятие резолюции 2-го Всероссийского форума тьюторов. По итогам работы форума предлагается рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации: 1. Рассматривать деятельность тьюторов студенческих и академических групп медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России в контексте добровольческой волонтерской деятельности и распространить на них меры поддержки добровольческому движению в сфере здравоохранения. По словам организаторов, форум уже стал традиционным и поможет улучшить качество работы тьюторов в вузах Минздрава России. На торжественной церемонии закрытия для всех гостей форума была подготовлена яркая концертная программа и премьера спектакля Народного драматического анатомического театра. Нина Цапайкина, Вячеслав Соленков, Саратов 24.